чего начинается большой путь в спорте? Упражнения, тренировки, желание победить. Это необходимые элементы. Но не только. В школе всестилевого карате в селе Сухобузимское самое главное – уважение. Поклон – это уважение, уважение ко всем присутствующим, уважение к тренерскому составу, уважение к сопернику и так далее. Это же у нас самое, так или иначе, продолжается и в соревновательной деятельности. В спортивном карате нет презрения и неуважения к сопернику своему. Санан Агаев почти 7 лет тренирует местных мальчишек. Он занялся карате в 24 года. Тогда он был монтажником на стройке и с трудом совмещал работу и тренировки. Философия карате, уважение, упорство и преданность помогли Санану выбрать свой путь. Он завоевал черный пояс, закончил педагогический институт в Лесосибирске и стал тренером. Теперь он прививает своим ученикам желание заниматься спортом и ставить перед собой амбициозные цели. У меня все хорошо вот пока. Ну, когда стану повзрослее, я уже стану настоящим каратистом и закончу карате, и буду хорошим спортсменом. Мне очень нравится карате, и я хочу добиться самого последнего пояса. И не заканчивать, я хочу еще стать тренером. В этом спортзале тренируются не только каратисты. Сюда могут прийти позаниматься жители села, поиграть в волейбол или потягать штангу. За последние годы зал стал местом притяжения физкультурников. Я вижу, что больше стали заниматься, и самое главное, что у нас стало для этого больше возможностей. У нас инфраструктура стала лучше. То есть 7 лет назад, когда я сюда приехал, когда только открылось вот отделение карате, мы начинали в пустом зале, у нас не было ничего. Чтобы побеждать в карате, надо бить. И бить сильно. Поэтому важная часть тренировок – упражнения на выносливость. Санан Агаев ввел для своих учеников комплекс «Круг силы» и сам показывает, как надо делать. Например, тренировка с кувалдой укрепляет силу удара. Эффективность занятий, можно сказать, доказана на соперниках. За последний год ученики Сухобузимской секции по всестилевому карате побеждали на краевых, российских и международных турнирах, за что многие признательны своему тренеру. Он с нами друг не только в спортзале, а еще даже за рамками спортзала. Он нас всегда поддерживает, он всегда с нами. Мы очень часто проводим различные мероприятия, и, мне кажется, с тем самым сближаемся. И здесь мы не просто как кучка спортсменов, мне кажется, мы здесь семья. Как любой хороший тренер, Санан Агаев хочет, чтобы его ученики достигли больших высот в карате, стали обладателями черных поясов и мастерами спорта России. Но главное – выросли хорошими людьми. Это и есть философия победы Санана Агаева. Мы тоже стараемся именно воспитывать именно хороших людей, скажем так, сильных, здравомыслящих, таких ответственных мужиков. Вот. А будет ли он при этом чемпионом или не будет, это уже, ну, скажем так, это второстепенная, наверное, цель.